Проблема доступности лекарств касается 15 тысяч жителей региона. Решить проблему с аптеками подмосковные власти предлагают с помощью фельдшерско-акушерских пунктов. В Одинцовском округе работают 15 ФАПов, 21 амбулатория и 2 офиса врача общей практики, рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев. Если их удастся задействовать для отпуска лекарств жителям, покупка и получение препаратов намного упростятся. Это особенно важно для сельских населенных пунктов.